В Петербурге рисуют в воздухе. Здесь открылся фестиваль удивительных технологий объемного визуального искусства. На 2 недели 4 этажа старого советского универмага превратились в город будущего. Посетители не просто созерцают лазерные скульптуры, интерактивные коридоры, разноцветные голограммы. Они становятся участниками действа. Каждый может увидеть себя в формате 3D или нарисовать картину простым взмахом руки. По словам организаторов, задача фестиваля не только удивить спецэффектами, но и показать изобретения, которые меняют мир.